Больно, делаешь больно, будут песни все. Все их услышат. Так интересней и на продажу. Я не промажу. Так вот невольно. Делаешь больно, делаешь больно. Больно, больная птица. Полетели. Мне только снится. What about your English? Роберт Андерсон интересуется, говорите ли вы по-английски? Maybe it's such special tactics. No, I think they're not so smart. Okay. Алло. Нет, он вышел. You think so? Yes. Okay. Ask them how much money they have for their promotion. Роберт Андерсон интересуется, у вашего проекта есть финансовый бюджет? У любой семьи есть бюджет. They say that each family has its own budget. Алло? Да, это Mega Music Records. Нет, у него линия занята. Oh, nice chattering. Yes. So they want us to give them money. And how much does this fucking thing cost? Девушки, Роберт Андерсон интересуется, вы предлагаете нашей компании заняться вашим промоушеном, да? They have not found another fool in the whole Russia. Mega Music Records have to spend $1 million for two unknown chicks. Then let's use Vasya Adhashev's money. Vasya Adhashev? We'll provide the financial help only in case of everyday sex with them. But he likes only blondes. This may be a problem, I think. No, we'll repaint them. Okay, ask them about it. Okay. Девушки, а как вы относитесь к тому, чтобы ненадолго изменить имидж, стать блондинками на какое-то время? You see, they agree. Okay. Cool. Алло. Да, это Mega Music Records. Нет, он на совещании. How does this fucking band name? Девушки, скажите, как называется ваша группа? Наша группа называется «Скобки». The Cramps. I think it would be better to register this name for our company. Because you can meet the Cramps in each magazine, newspaper, or a book. Well, and then it could be an interesting promotion for any our unknown band. Yes. And if to be true, does anybody know about their existence except their parents?
Блатястые. Роберт Андерсон интересуется, звучали ли когда-нибудь ваши песни на радиостанциях? Писали о вашей группе какие-нибудь газеты, журналы? Или упоминались ли вы в средствах массовой информации? Yeah. У нас хорошие песни, про нас напишут. Stupid kids. Oh yeah. Who the children they are? Maybe their parents. Are they oil magnets? Yeah. Девушки, а ваши родители готовы спонсировать ваше творчество? Ну, папа подарил мне акустическую гитару на день рождения. А мама записала меня в студию эстрадного вокала. Everything the same. At first we help them. And when they become famous, they don't need us. It's better to find a way to compromise them. Наркотиками балуемся? Только кофе. А сигареты считаются? If we want, we will find out everything. Mm-hmm. And what do our virgin think about group sex? Девушки, вы замуж собираетесь? I don't understand. Why did we spend on them our last 8 minutes? What can they do for art? Девушки, чем вы готовы пожертвовать ради искусства? Мы готовы перевестись на заочное обучение в институте. You see, they are ready to... I can see everything. What else? Окей. Девушки, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо, что заглянули к нам. Вы можете оставить Вася. Нам ваш музыкальный материал. Hello, sweetheart. Мы вам позвоним через несколько дней, yeah. Возможно, cool. позже. Cool. Да. Всего доброго, удачи вам, до свидания. Yep, yep. Don't mention, yeah. don't mention. Окей. Okay. I call later. Окей. Okay. Choose. Да, жаль, что у них нет денег. Хотел сыну квартиру на день рождения. Больно, делаешь больно, будут песни все. Все их услышат. Интересней.